Какой кошмар? Если бы мы были на том уроке, что был по расписанию, никто бы не погиб. Почему? Потому что мы должны были быть на физкультуре. Вот моя школа. Наш класс на 4-м этаже. На 4-м. Люди говорили, что тут небезопасно. Но я этого не знал. Дочка, поклонись своим одноклассникам. Скажи, чтобы покоились с миром. Я желаю им всем доброго пути. Силой 7,8 балла по шкале Рихтера обрушилась на провинцию Сычуань на юго-западе Китая. Китайские государственные средства массовой информации сообщают, что разрушены все школы и общежития. Похоже, прослеживается ужасная закономерность. Школы полностью разрушены, в то время как соседние здания устояли. Растет недовольство по поводу количества детей, погибших в результате обрушения школ. Многие обвиняют в этом коррупцию, в которой замешаны как строители, так и местные чиновники.